Анонс и точная дата выхода 150-й серии турецкого сериала «Доверенные». 150-я серия сериала выйдет в эфире турецкого телевидения 2 апреля. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Кеман серьезно задумался о жизни. Часто происходят необъяснимые вещи, ожидания которых не свойственно. Обыкновенный мир резко изменяется после обстоятельств, связанных с какими-то человеческими действиями. Зухаль старается наладить отношения с Салихом. Мы знаем, что Икбель способна найти любую сумму, лишь бы Салих не заговорил. Мужчина испытывает сильную обиду. Неизвестно, что у него на уме. Женщина звонит с просьбой в очередной раз обдумать ситуацию. Салиха сложно сломать и добиться правды. Герой не желает новых звонков и приставаний. Раз произошли такие неприятные вещи с ним, значит виновники должны будут ответить. Никто не заставлял загонять человека в такие жизненные ловушки. Послание отправлено, снимки получены. Мужчина набирает Яману и намечает встречу. Им предстоит долгий разговор, чтобы расставить точки. Икбель полностью разочарована. Никто не хотел узнать правду, которая окажется суровой. Впереди назревает грубый конфликт, избежать которого не получится. Очень скоро будет полный конец и абсолютное разоблачение давних тайн. Герой заранее решает навестить Сихир, на что имеются свои причины. Напомним, 150-я серия сериала выйдет в эфир 2 апреля. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий. Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.